Ялте жила. Работала в военном санатории. 42 года проработала. Внук родился у сестры. Вот. А что вспомнить еще? 86-й. Сын в армии служил, я ездила к нему. В госпитале лежал как раз. И я ездила к нему аж в Талдыкурган, в Казахстан. Олимпийская жила. Где я сейчас живу, там жила. Нас дом сдали в каком? В 79-м году. Вот с 79-го года я живу в 6-й коробке. Работала я тогда, 86-й год, на НОФ-1. В кино ходили. Фильмы чудесные были. Помню даже, знаете, билеты было не достать. Предварительная касса работала, предварительно ходили за билетами. Фильм, конечно, хороший, что Индию показывали. Вот, и это самое. Поэтому на них в основном это и ходили. Их же много, этих индийских фильмов. Ну вот, в основном на них ходили. В школу она ходила в 6-ю. Вот. Ей в 86-м году, ей уже было 13 лет. Знаете, нормальные все были учителя. Вот сейчас, я в основном, знаете, запомнила Надежду Константиновну, это с 1 по 4. Такая добрая, хорошая у нее учительница была. Она и сейчас, по-моему, в 13-й преподает. Вот ее она мне запомнилась и почему-то очень так. Настолько она хорошая учительница, конечно. В 86-м году в магазинах, конечно, не очень хорошо было. Но мы в основном с отпуска все привозили. С баулами ездили. Поедешь в отпуск, все купишь там и все.